Сегодня телерадиокомпания Азербайджана достойно пропагандирует культуру страны как в регионе, так и во всем мире. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на мероприятии в Академическом театре оперы и балета по случаю профессионального праздника работников радиотелевидения в Азербайджане, отметил, что отмена в 1998 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым цензуру над печатью в Азербайджане оказала существенное влияние и на работу телевидения и радио. Азербайджанское телевидение сегодня оснащено современными технологиями и способно конкурировать не только с каналами в регионе Южного Кавказа на постсоветском пространстве, но и с передовыми мировыми каналами. В Азербайджане действует более 300 газет и журналов, более 50 телеканалов и свыше 50 информационных агентств. Работа телевидения и радио прошла важный путь развития. В особенности эта сфера получила значительное развитие в годы независимости. Несмотря на ограничения советского периода, в то время видные деятели культуры и искусства Азербайджана сумели создать в области телерадио прекрасную художественную атмосферу. В годы независимости в Азербайджане были созданы частные телеканалы, и телерадио стало более насыщенным. Увеличилось число людей, занятых в этой сфере. Стали действовать кабельное, спутниковое, мобильное и интернет-вещание. В то же время в Азербайджане появились специализированные телеканалы. Были созданы каналы культуры, спорта, новостей, что является очень серьезным успехом в этой области. Словом, сегодня палитра телерадио Азербайджана очень богата. Со дня создания в Азербайджане радио прошло 93 года и минуло 63 года со дня создания телевидения. Профессиональный праздник работников радио и телевидения отмечается в стране 6 ноября. Эльнара Мамедова, Алагёс Гаджиева, Галиб Багиров, CBC.